Я научилась брать здесь картинки. Сегодня мы будем делать вот это. Я сама это поняла. О, вот это по-нашему. Открою, что можно стереть. Сегодня будем рисовать меня. Ну, точнее, буду делать меня. Я буду делать себя. Начнем, пожалуй. У меня, короче, волосы вроде как такие. Это просто я такая увидела в интернете, где там берут позу в этом приложении. Я такая, бегом сюда буду видео снимать. Пусть будут они посюда у меня. На самом они намного больше. Мои волосы. У кого мама строго... Пишите комментарий. Меня она строгая. Не зря я спросила этот вопрос. У меня она реально строго из-за всяких пустяков на меня орёт. Ну, на самом деле у меня такая мама добрая. Ну, чаще всего она на меня орёт. Из-за пустяков. Что-то там, типа, я потеряла. Уже 2 минуты прошло. Я рисую 2 минуты. Ты уже эту раскрашила. Как я вчера говорила. Я опять не очень умею. Я не знаю, как меня возьмут вообще на хор. Хор. Мы будем выступать. Там будут, ну, 11-классники, которые велики не только в Костроме, во всей России. Даже Путин их знает. Кроме нас. Все их знают, кроме нас. Первоклассников. Чисто, да. Я в первом классе, там, в прошлом канале мне сказал, надеюсь, ты там в каком-то там городе живешь. Вот. Я не помню, потому что этот канал давно мне удалил. Я уже давно на этом канале снимаю. Ну, если честно. Уже как, вроде бы. Либо где-то 2 месяца. На этом канале я снимаю. Почему-то я не вижу, кто-то на меня подписался. Да, нет. Почему-то я этого не вижу. Добро. Благодарю. Так, сейчас будем исправлять ситуацию. Вообще.
это другое уже дело. Кожа вот такая будет. Ладно, контур видно будет. О-о-о-о-о. Бери ее, бери татуировку. Какой отстой. Встречается с другой. Ой, кошмар. Положи ее в багажник и закопай. Набери татуировку. Ладно, сейчас я делаю. Вот, я уже все раскрасила. Начнем. Сделаем сейчас одежку. Давайте мы нарисуем. Знаете что? Я типа в школьной форме. Так. Сарафанчик. У меня серый. Вот, да. Подходящий цвет. На самом деле это приложение очень прям классно. Если там вы хотите нарисовать какие-то эскизы, если вы ночью делаете эскизы, вы очень устали, вы можете просто тупо сохранить. Вот, и это останется. И это останется, и вы на следующий день сможете сделать это. Ну, такой серенький след возьму, чтобы не сливалось. Пока не вывезу и закопаю.
конечно, про туфельки. Положу их в багажник, увезу и закопаю. Теперь осталось самое последнее. Колбочки, они будут серые. Давайте вверху будет. Ладно, вообще. Да, у нас такая форма. Просто ненавижу форму. Пуговки. Иногда я даже. Короче, я вам дам такой совет. Я видела очень смешной ролик, там типа девочка просто чипи-чипи-чапа-чапа танцевала, и там дедушка это заметил. И начал тоже танцевать, не танцуйте, призвожу взрослых. А то либо они учители, или они вас могут наказать, отобрать телефон, и вас захейтят, потому что вас долго нету, то или просто затанцевать, и они вам испортят все. Но если ребенок зовет родителей, это ладно. Ой, вот о часах. Вот. Эти сохраняем. Я уже тут, смотрите. Этот можно и удалить. Такие у меня тут рисуночки есть. Это аватарка. Ладно, всем пока.